Всем привет! Это рак малютка. Камбареллус деминутус или карликовый синий рак. По поводу синего окраса, да, можно не согласиться, в аквариумах они обычно коричневатые или серые. Вот взрослая ярко окрашенная самочка с икрой, с остатками икры уже. Она темно-коричневого цвета. Молодые особи светлее. Не путайте их с тексанусами. Те чуть более крупные и более агрессивные. Эти раки ведут и сумеречный образ жизни, и днем вылезают, но ночью никому хвосты не обдерут, аквариумные растения не портят, поэтому совместимы со многими видами рыбок и даже креветок, но только учитываем условия содержания. Рачки не очень любят высокие температуры, поэтому содержать их желательно при температуре от 20 до 23 градусов. И кислая водичка им не подойдет, желательно pH от 7, иначе будут проблемы с линькой. Еще раз повторюсь, рак пугливый, безобидный, интересный для наблюдения.